нету никаких бумаг, доказывающих, что они подключены. Вы можете представить документы об оплате любому лицу за услугу электроснабжения. Не при вас. При вас нельзя. Вам не надоело в Москву ходить? Без оборота на меня. Бурлоцкий, тот, который выносит незаконные решения. Давайте я ваш паспорт посмотрю. Как нет? Как? Уволился? Как уволился? Почему? Что случилось-то? По-собственному или как? Документы. Живое слово. Благодарствую, что пришли. На беседу пришел 420-й Бурлоцкий. Отдайте. Я говорю, не отдам. Отдайте, не отдам. Вот так вот где-то дергай его туда-сюда. У нас беседа или заседание? Какие права? Разве на беседе разъясняется право? Это неправда. Вынесен отказной материал. За отсутствием состава. Отрицательные факты не доказываются согласно римскому праву. Этот иск подан повторно. Никитина его отклонила по непонятным причинам. Я бы хотел с другой стороны зайти. Я думаю, вы и так все понимаете. Оплата кому? Надлежащему лицу? Какая-то оплата? Кому? Мне? Кому? Я думаю, суд должен удостовериться, кто это вообще. Не надо выдавать свое мнение за мое. Так вот я и хочу пояснить, вы мне не даете. 3 минуты? Да. Сам уложился? Вы засекали? А где таймер? Покажите мне, мне надо смотреть на таймер, чтобы это уложить во время. Он на телефон видел, что нет. Видите? Насквозь, что ли? Насквозь. Со стороны ДСВЖР не предоставлено ни решение, ни протокол. Я такого решения не видел. Я такого протокола не видел. Получается, управляющая компания удерживает доказательства. То есть между нами нет договорных отношений. Любой с улицы придет и скажет, плати мне. На каком основании они действуют? Кто их уполномочил? А как его можно оспорить, если его нету, я его не видел еще. Вы разъяснение подготовили, которое я вам направил? Я на ответ не услышал. Да, нет. Ясно. Игнор. Вы что, я думаю, у тебя метеор, что ли? Раз и там, что ли? Чего вы так волнуетесь? А Бурлоцкий, о-о-о, такой он злой был вообще. Сидит такой в маске, неизвестно кто. Пойдем. 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 Здрасте. Здрасте. Как ваши дела? А? Нормально. Нормально? Все, хочу на беседу пройти. Мимо рамки, без маски. Маски. Только маски? С паспортом и через рамку. И только через рамку? Да. А в прошлый раз же проходил мимо рамки. Можно сейчас пройти? Нет, сейчас нельзя. Почему? А когда в прошлый раз? Не помню. В прошлый раз? Не знаю, не при мне, наверное. Не при вас? При вас нельзя? Уволили, наверное. Да? Маска, паспорт и через рамку. Под принуждением, под вашу ответственность. Да. Признаете, да? Да. Вам не надоело в Москву ходить? Надоело. Надоело? Надоело. Без оборота на меня. Куда пойдете? 420-й. Бурлоцкий. Тот, который выносит незаконные решения. Все эти листочки. Чего? Все листочки пролистайте. Зачем? Мне надо убедиться. В чем? Пролистайте, пожалуйста. А? Пролистайте, пожалуйста. А в чем убедиться? Ну, вы не даете мне паспорт посмотреть, что с ним. А я не обязан вам его давать? Пролистайте. Зачем? Вопрос логический. Зачем? На каком основании? Посмотри. Я должен убедиться в достоверности данного документа. И вы мне его не даете. А что, вот, вот я его показываю. Что? Я его хочу посмотреть. Вот, смотрите. Подвинусь. Благодарствую. Все? Да. Стол из кармана от металла держать, все выкладывать. Я понимаю, что вам интересно. Но на каком основании? Я должен... Давайте я ваш паспорт посмотрю. Я вам могу удостоверить. Да, пролистайте. Не, паспорт пролистайте. Я вам паспорт не обязан. А, ну вот. Вот мое служебное удостоверение, что вы пролистаете. Шинкау Омар Рамазанович. А Омар, это чье имя? Какой национальности? Не подскажете? А? Твое это имя. Не, вот Омар Уразанбетович еще у вас есть, судебный пристав. Там Умар. А, там Умар? Его нету. Как нет? Он уволился. Ну, он, наверное, вас пропускал. Уволился? Вне рамки, да. Как уволился? Почему?
Да я не могу знать. Если что, как это так? Что случилось-то? Это что о нем дело? Да все по совести. По совести. Аля. Не, а что случилось-то? По собственному или как? Ну да, я не знаю, мне не докладывал. Тогда или не знаю? Да, по собственному, конечно. Все же по собственному, Валя. Ну, сумки надо показать. Коли сидеть, чтобы это газовые баллончики. Паспорт покажи, сумку покажи. А, так вот. Да. Правила поведения. Судя. А, что сумка тоже такая? У меня в канцелярии. Это открыть? Это ваше, да? Да, сейчас. Человеку надо же освободить место. Магичка. Это же у вас конвейер для избранных. Документы. Живое слово. Слушатели могут прийти? Почему? Помощник позвонит. Не я, персона. Лугак Антон Николаевич. Конечно, персона. Благодарствую. До свидания. На выходе. Да, добро. Я думаю, час где-то примерно. Час? Да. Благодарствую, что пришли. Сейчас дождитесь, выйду. Здравствуйте. На беседу пришел 420-й в Бурлуцке. Фамилия персона Булгак. А что, где, в каком кабинете? Что-то 420-й найти не могу. Добро. Здравствуйте. Какой? Григорий Александрович приглашает. Угадал, куда же? Уже. Короче, он в самом начале говорит, это паспорт. Ну я ему в руках показываю, он говорит, отдайте. Я говорю, не отдам. Ну так вот, это дергай его туда-сюда, этот паспорт. Он говорит, отдайте, я говорю, не отдам. Ну тогда покиньте кабинет. Я говорю, а с чего я должен отдавать? Мне надо посмотреть. Я говорю, так смотрите, мне надо в руках посмотреть. Ну в руку, он же в руках. И короче, тогда покиньте. Я говорю, под предупреждение, под вашу ответственность. Все, отдал бы. Без оборота. Не в руках. Я в руках держу. Отлично, можете отпустить. Ну, смотрите. Можете выйти с этим. Почему? Либо вы мне выдаете документы, которые удостоверяют. Я не обязан вам выдавать. Можете освободить кабинет. Под принуждением, под вашу ответственность. Права и обязанности. У нас беседа или заседание? Ну, мне тоже. Нет, вам надо разъяснять. У нас беседа или заседание? У нас сегодня подготовка дела к судебному разбирательству. Если вам надо, я вам могу разъяснить ваши слова. Какие права? Разве на беседе разъясняется право? Не нужно. Ходатайства есть какие-либо у вас? Есть какие-то ходатайства? Разве на беседе за это ходатайство заявляется? Иначе бы я вас не спрашивал об этом. Есть у вас ходатайства какие-либо? На данной стадии нет. Возможно, будут позже. Сторона ответчика, у вас какие-либо. Да, прошу приобщить материалам дела воображения на исковое заявление с приложенным документом. Высокое воображение с приложением на вручаю ИСУ. Дополнительно направлено было вчера по адресу электронной почты, которая указывается. А вы на адрес электронной почты из приложения? Это что о нем дело? Давай все по совести. Направил вам возражение. Приложение вручаю вам сейчас. А почему такая разница? Потому что вес приложения очень большой. Отсутствует техническая возможность отправить его по электронной почте. Да ладно.
Что, возвращаете? Трактор по возражению. Собственником квартиры номер 16. Декабря 2016 года. На основании норм гражданского жилищного законодательства собственник обязан нести время содержания, принадлежащее ему имущество, а также общему имущественному дому. Нарушение норм гражданского законодательства, обязательства по оплате оказываемых услуг гражданином Булгаковым не выполняется несвоевременно и в полном объеме. На имя Булгакова Антона Николаевича открыт лицевой счет, которым ведется учет поступающих денежных средств, так что начислились заказы жилищно-коммунальные услуги. Управляющая компания ДСВЖ неоднократно уведомляла о наличии задолженности Булгакова Антона Николаевича и необходимости ее оплаты. Подача электроэнергии в жилое помещение может быть приостановлена. Я вот прочитал, что на сегодня с подачей электроэнергии? 15 февраля 2021 года электроэнергия была восстановлена. Подача электроэнергии была восстановлена в связи с полной оплатой задолженности. А документы о полной оплате задолженности? Копия акта прилагается. Да. Выборка по лицевому счету, справка бухгалтерская и копия акта по подключению электроэнергии прилагается к настоящему режиму. А акт отключения? Все то же самое. Да, все составилось. И от 2 февраля о первичном отключении, от 3 февраля. А он дважды отключался? Да, после самовольного подключения отключили его повторно. Вы видите, что направили материал в УВД для привлечения к ответственности? Да, на сегодняшний день материал рассматривается. Это неправда. Вынесен отказной материал. Вы, когда ознакомитесь с возражением, все увидите. За отсутствием состава правонарушения. Я могу продолжать? Достаточно. У меня вопрос к Булгакову. А если подача электроэнергии возобновлена, то... Ну, чем в пункте 3 вашего искового заявления требования содержатся о восстановлении подачи электрической энергии? А у меня нету никаких бумаг, доказывающих, что они подключены. Нету никаких бумаг, доказывающих, что они подключили. Что именно они подключили? А бумаги, доказывающие обратное, у вас есть? Что именно они отключили? Нет. Что вам не подключено на сегодняшний день электроэнергия? Нету. Отрицательные факты не доказываются согласно римскому праву. Ну, в римском-то праве это может быть и нет, но... Ну. Если вы говорите о том, что у вас отсутствует электроэнергия... Отсутствовала! Со 2 по 15 февраля. Вы просите суд обязать УК ДСВГР восстановить подачу электрической энергии. На тот момент, когда я составлял иск, электричества не было. Этот иск подан повторно. Никитина его отклонила по непонятным причинам. Вот 2 марта вы подаете исковое заявление, и в нем у вас то же самое требование. Вы не настаиваете на данном требовании? Нет, не настаиваю. Тогда уточнение напишите о том, что вы не настаиваете. Уточню к судебному заседанию. У нас же беседа. А то, что они говорят, до 15 февраля была непогашена задолженность по оплате электроэнергии, данное обстоятельство с вами оспаривает? Я бы хотел с другой стороны зайти. Я вот сейчас зачитаю бумагу, вы все сами поймете. Я думаю, вы и так все понимаете. Но я вам хочу напомнить. Я пока еще ничего не понимаю. Я не понимаете? Я понимаю, что... Из того, что написали вы, и то, что написали они в заявлении, что отсутствовала оплата по услуге электроснабжения. Оплата кому?
надлежащему лицу? Ну, какая-то оплата. Какая-то? По электроэнергии. Какая-то оплата? Кому? Нет. Давайте я вам зачитаю. Это вам лучше надо знать. То... Мне? Кому? Я думаю, суд должен удостовериться, кто это вообще. Вы можете представить документы об оплате любому лицу за услугу электроснабжения. Вы можете представить документы об оплате любому лицу за услугу электроснабжения в квартире по адресу Комсомольский, как там... Любому лицу? Ну, я вот... Нет, вы говорите, что вы ничего не должны, и вам не обоснованно была отключена электроэнергия. Вам что, какие-то посторонние люди совершенно, которые не имеют отношения к этому дому, пришли отключить? Игорь Викторович, не надо выдавать свое мнение за мое. Давайте я сам поясню, что я имею в виду. Поясните. Так вот я и хочу пояснить, вы мне не даете. Только зачитывать свое исковое заявление не надо. Я не исковое, я пояснение хочу зачитать. Своими словами, давайте конспективно. Да, своими. Своими словами. Своими словами написано, своими словами зачитаю. Давайте 3 минуты вам для... 3 минуты? Да. А почему его Григория Александровича не оградили во времени? Это что за дискриминация? Он сам уложился в 3 минуты. Сам уложился? Вы засекали? Послушайте, если вы будете со мной пререкаться... Я не пререкаюсь, я выясняю для себя это обстоятельство. Вы будете пояснение свои... А где таймер? Покажите мне, мне надо смотреть на таймер, чтобы это уложить во время. У вас есть телефон, в нем посмотрите. Он на телефон видео снимает. Он на телефон видео снимает. С чего вы взяли? Я вижу. Видите? Вижу. Насквозь, что ли? Насквозь. Чего себе. Ну так что, я зачитываю? Или вы отказываетесь слушать? Я вас слушаю внимательно. Вот я и зачитываю. Смотрите, статья, часть 2, статьи 319 ГК РФ гласит о том, что необходимо предоставить доказательства. Со стороны ДСВЖР не предоставлено ни решение, ни протокол общего собственников. Согласно законодательству, только решение собственников имеет право определить, кому нужно платить, кто будет обслуживать и кому нужно платить. Я такого решения не видел. Я такого протокола не видел. Протокол, который не предоставили Омельченко в мировой суд, он абсолютно не соответствует законодательству. Истребуйте у них протокол, истребуйте у них решение. Давайте его исследуем на заседании или хотя бы на беседе. Мы его исследуем, он есть в материале дела. Есть? Уже есть? Я его там не видел. Знакомьтесь с возражением, вам только что его вручили. Возражение, мне надо время. Я его домой заберу, я ознакомлюсь. А? Это все ваши объяснения? Нет, я дальше продолжаю. В протоколе отсутствуют собственники. Невозможно такой протокол обжаловать, потому что там отсутствуют собственники. Основание для оплаты – это решение общего собрания собственников, а оно отсутствует. ДСВЖР его не предоставило. Получается, управляющая компания удерживает доказательства. А сделка должна быть заключена, согласно 183 ГК РФ, уполномоченным лицом. Я считаю, что ДСВЖР не доказала, что она является уполномоченным лицом. По крайней мере, я не видел таких доказательств. Дальше. ГК РФ, часть 1 статьи 162, обязывает заключить договор. Так. В письменной форме. Такой договор отсутствует. То есть, между нами нет договорных отношений. Между персоной Булгаков Антон Николаевич и ДСВЖР нет договорных отношений. А какое это сейчас имеет значение? Как какое? Это с любой с улицы придет и скажет, плати мне. Вот они ничем не подтвердили свои полномочия. А у вас нет здесь требований, связанных с оплатой. Вы просите признать незаконными действия ООК ДСВЖР по прекращению вам подачи электричества. Так вот я и хочу, чтобы они доказали, что незаконно отключили. Они представили свои документы. А вы-то почему считаете, что их действия незаконными? А потому что в решении собрания нету собственников. Я само решение собственников не видел. И в протоколе отсутствуют собственники. На каком основании они действуют? Кто их уполномочил? Вы здесь ничего не пишете по поводу того, что вы оспариваете решение общего собрания. А как его можно оспорить, если его нету? Я его не видел еще. Нет, но то, что вы его не видели, это не значит, что его нет. А так давайте истребуем. Я напишу ходатайство, волеизъявление с ходатайством к следующему заседанию. Вы можете ознакомиться. Имеется? Ну, я подготовил волеизъявление на ознакомление с материалами дела. Примите, пожалуйста. Можете положить. Кладу вам на стол. Потому что вот с этим возражением я его впервые вижу. И мне нужно ознакомиться с... Тут много листов? Сколько? Штук 15-20. Вот мне это все нужно прочитать, ознакомиться.
И, соответственно, в этом волеизъявлении на ознакомление с материалом дела присутствует четвертый пункт – это отложить судебное заседание как минимум на 3 недели. Не нужно ознакомиться со всеми материалами дела повторно. Что первый раз я ознакомился, там ничего этого не было. По поводу вашего... Вы разъяснение подготовили, которое я вам направил 10 дней назад? По поводу вашего определения. Полминуты у вас осталось. Я ответ не услышу. Да, нет? Время идет. Ясно. Игнор. Так, в простой письменной форме должны заключаться сделки между лицами и гражданами. По поводу... Я не ознакомился с материалами, я не увидел доказательства допустимости, достоверности и вообще связи между документами всеми. Поэтому мне нужно ознакомиться с материалом дела и удостовериться, что они действительно обладают полномочиями. Все. Итак, позиции выяснили. Теперь вы знаете доводы возражения, знаете, против чего вам надо возражать. Соответственно, вы знаете, на что вам надо настаивать. Если вы говорите о том, что просите признать незаконными действиями, разъясняя, какие обстоятельства имеют юридическое значение для дела, это то, что вы являетесь собственником квартиры или каким-то титульным владельцем квартиры по адресу проспект Комсомольский, дом, квартира 16. Подтвердить факт совершения незаконных действий, противоправность этих действий. На вас, соответственно, лежит обязанность возникновения между вами договорных отношений с Булгаковым или там с иным владельцем квартиры по адресу Комсомольский 21-16. Нету иного обстоятельства отключения. Почему это произошло? Основания для этого отключения в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг. И подтвердить то, что противоправности действий ваших, точнее говоря, противоправности в совершении ваших действий не было. Вот и все, вот такое вот распределение времени доказываем. А что вы будете предоставлять, это уже целиком на вас лежит, как на сторонах, это обязанность. Вы единственным собственником квартиры-то являетесь? Да. Ну, соответственно, третьих лиц у нас не усматривается для привлечения к участию в деле. Все, за сим не задерживаю. Судебное заседание у нас состоится. ...21 апреля в 14:30. Во сколько? И подойдите к секретарю, получите повестку. Во сколько вы сказали? 14:30. Что-то мало. Можно перенести на более поздний срок? Я хочу, чтобы было перенесено на более поздний срок. Вопросы отложения, они решаются в судебном заседании. А мы еще пока в него не вышли. Но определение-то уже есть назначение заседания? Ну вот сейчас по итогам сегодняшней встречи оно и будет вынесено. Ага. Может, я документы заставили решить? Вы паспорт забираете? Да. Подойдите к секретарю, получите повестку. Я бы хотел сейчас ознакомиться с материалом дела. Да ради бога, я сейчас буду вот визу поставлю. Что? На ознакомление. Да. Я быстро ознакомлюсь. Все, можно проходить? Да. До свидания. Приемный. А приемный это вот напротив, да? Да? Что, вы больше незаконных решений не выносили в отношении других людей о бессрочном принудительном лечении? У меня график есть работа и обсуждаются другие дела. Кроме вас у меня еще есть дела на сегодня. Так что ясно. Попрошу освободить кабинет. Я стараюсь. Так, это мой, да, экземпляр? Чуть не будет, почему разница вообще ничего. Так это ксерокопия. Уважаемый Булгаков, если вы будете 21 числа таким же образом демонстративно себя вести, то ну, тогда
Ну, мне нужно будет прибегнуть к помощи приставов. Раз вы добровольно не покидаете кабинет судьи. Я же вам говорю, я стараюсь. Вы что, я думаю, у тебя метеор, что ли? Рации там, что ли? Я собираюсь. Все, оделся, пошел. Чего вы так волнуетесь? Какой это кабинет? Всего доброго. 427, да? 427, да. Благодарствую. Ну, это, беседа закончилась, сейчас это, с материалами дела знакомлюсь. Барлоцкий вроде добро дал. Сейчас ознакомлюсь, это быстро, минут 10-15. Добро. Здравствуйте. Игорь Владимирович только что это наложил резолюцию на воле заявления, знакомиться с материалами дела. Оно у него находится? А? Секретарь пошла забирать дело. А, все, добро. Просто времени мало. Если получить, пока. На дату судебного заседания, на 21 апреля, нужно хотели с возражением, да, ознакомиться? А, возражение мне копию предоставили. Не предоставили? Предоставили. И я все равно вот это все это, ну, на видео сниму. Я быстро знакомлюсь. А, ну хорошо. И что, где мне писать? Вот здесь? Здесь вот, да. А это мне, да? Да, это мне. Здесь вот дата сегодняшняя, здесь вот. Угу. Что, у вас стулья не появились нормально? Это, совершенно по-моему, поседает, да? Да. Ну, табуретка хотя бы. Так, все, проверяйте, все на месте. Скажите, что вы ознакомились? А? Вашим заявлением, хотите, что я ознакомлюсь? А я вот здесь вот пишу, Сига. Ну, сейчас вот пишу этот, короче, на последней странице красной ручкой выхожу. Да. Все? Дело в порядке. Передаю в целости сохранности. И никакой расписки об уголовной ответственности. Вызывай прокуратуру, братан. Прокуратура! Вызывай сюда прокуратуру. Игорек, прокуратура! Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сегодня в маске? В прошлый раз выходили. Я выходил, наверное, снимал. Ага, давай. До свидания. О, Матюшенко так нервничал. У него так руки дрожали. У него пот, короче, капли три, наверное, я начитал. Да? Ну. Нормально. Хотя он перед этим долго в коридоре находился. По идее, не должен был вспотеть. Короче, он там свой везде. Там он и там пошел пообщался, и тут пообщался, короче, везде. Так если они пачками сюда загоняют. Ну, а Бурлуцкий, такой он злой был вообще. Он такой недовольный был, что я ему правильные вещи начал разговаривать, это говорить. Хорошо, хоть дали это, ознакомиться с материалами дела. Прям сразу резолюцию наложил. Я говорю, я хочу. Все. Доведем какие документы управляй, как предоставил? Нет, они мне наконец-таки все эти копии предоставили, этих приложения, возражения. Предоставили еще там какие-то они много-много бумаг, что они что-то мне якобы направляли. Бурлуцкий заявил, что решение собственников находится в материал дела, но я вот сейчас снимал быстро на видео, я его там не увидел. А протокол есть, да, но протокол тот самый, который этот Виктор Богданов пух и прах расклепал. Лукьянов в маске сегодня.
Он решил туда пойти, не сюда. Заставил ты их всех понервничать хорошенечко. Ну, Бурлуцкий вообще там, он, короче, это, типа, все, беседа завершена, короче, покиньте помещение. Я говорю, сейчас я собираюсь, короче. Ну, я так думаю, ну, раз он нервничает, это, ну, я и начал собираться, ну, собираюсь, еще собираюсь, потом еще собираюсь. Он занервничал и говорит, так быстро, а иначе, я говорю, если вы так будете в заседании себя вести, я, типа, прибегну к приставам. Я еще хотел спросить, это угроза, что ли? А потом подумал, ну, приставы это не угроза. Ему. Ты на какой судебный, это, на какую статью упираешься? В самом начале, я решил это, пускай течет, как течет это, я действую. А, короче, в самом начале, говорит, это, паспорт. Ну, я ему в руках показываю, он говорит, отдайте. Я говорю, не отдам. Ну, так вот, это, дергай его туда-сюда, этот паспорт. Он говорит, отдайте, я говорю, не отдам. Ну, тогда покиньте кабинет. Я говорю, а с чего я должен отдавать? Мне надо посмотреть. Я говорю, так смотрите, мне надо в руках посмотреть. Ну, в руку, он же в руках. И, короче, тогда покиньте. Я говорю, под предупреждение, под вашу ответственность. Все, отдал бы. Слушай, ну, я вчера слушал вот то, как он проводил вот это заседание в ПНД. Просто тотальный беспредел. Да. Сам главное, никаких бумаг не показал сейчас. Сидит такой в маске, неизвестно кто. Тоже опять не показал. Ну я не стал его это. Надо было спросить у него, болеете что ли? Не. У меня есть свой интерес в том, чтобы именно Бурлуцкий был. Все. Ну понял, что, погнали потихоньку. Он отменял, да, я понял. Не буду разглашать. Потом.